Меры безопасности при работе с эмоциями. По управлению эмоциями. Вот. Первое, самое главное, нужно понять, что эмоции – это важный элемент нашей жизни. И нам в этой жизни нужно все. Как стол с яствами, так и унитаз для или писсуар. Да? Нам в жизни нужна койка, чтобы поспать. И нам нужно веселиться, веселиться, веселиться весь народ, да? То есть нам нужна пляска, нам же нужен... В общем, короче, в этой жизни нужно много чего. И поэтому глубочайшее то ли заблуждение, то ли это миф, а может быть просто афера по уничтожению человечества, который гласит, что есть положительные эмоции, отрицательные эмоции. Нет никаких положительных, нет никаких отрицательных эмоций. Это все равно, что говорит, что там вот сон — это главное в нашей жизни, главное поспать. А другие будут: нет, надо работать, 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 арбайтен, арбайтен, только работа приведет нас в рай. Слушай, а поспать-то когда? Отдохнуть. Оно же сон-то все равно возьмет себя в свое. Понимаешь? Поэтому, ну, блин, как? Что значит положительные, отрицательные эмоции? Там, то есть, ну, как бы в нашей культуре принято, если на свадьбе, там, вот, ну, даже не на свадьбе, а на похоронах. На похоронах смеяться, улыбаться, в нашей культуре это неправильно. А есть культуры мира, которые там радуются на похоронах людей. Ну, поэтому ушел ты, горюй, что человек расстался там, ушел, где там палец прищемил, там упало что-то на ногу, надо поп... ну, да, там, надо страдать, больно, да. То есть, если кто-то неожиданно выстрелил, то можно и испугаться, ничего страшного. Вот. То есть, нет ни отрицательных эмоций, нет ни положительных эмоций. Все зависит только от дозы и времени применения этой эмоции. Да, там, и сколько, ну, то есть, зависит от дозы, ну, по поводу эмоций. Все. То есть, нам точно так, как что нужно важнее, там, сладкое, там, фрукты, там, или овощи, там что важнее, свекла или банан. Ну, нужна и свекла, и банан, там, или все, много чего нужно для этой жизни. Поэтому эмоции нужны разные, важные, они все важны, все нужны. Да, важно просто их дозировка. Но надо одно понимать такой фактор, что в природе любые сильные эмоции, а на тренировках вы как раз и должны делать сильные эмоции, да, прямо вот. Вы должны сильные эмоции это делать, то поэтому вам крайне необходимо после эмоций, что делать, я скажу позже, я скажу, что делать, что в природе. В природе любая сильная эмоция — это всегда движение. То есть, если мы радуемся, мы пляшем, мы пляшем, ну просто я тут на привязи, поэтому не могу быстро прыгать. В общем, мы быстро, 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 быстро прыгаем, 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 прыгаем. Мы радуемся, 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 радуемся. Радуемся, радуемся. Опа. Вот. Мы пляшем, мы поем. Да, когда мы злимся, мы... Да, вот делаем, мы злые, да, там. Когда мы боимся, мы... Мы либо убегаем, да, либо отбиваемся вот в страхе, да? То есть, когда мы на злость, на ярость, мы, вот мы как деремся. А когда мы на страхе, мы просто отбиваемся, да? Но в любом случае это сильное движение. Когда мы сильно любим, то много-много движений во время любви. Да? И что означает? Любая сильная эмоция — это всегда много движения. А в нашей культуре, если мы, ну, во многих местах у нас сильные эмоции есть, а мы не можем спокойно там подраться там в этом самом супермаркете или
в отделении полиции или там на приеме у президента, расквасить ему, блин, вот так. Нельзя. А так хочется. Так хочется. Президенты бывают разные, мелкие, большие. Вот, резиденты бывают разные, маленькие, большие. Вот. Там чиновники бывают маленькие, большие. И... Да и дети бывают тоже маленькие, большие, они могут злиться. И здесь не надо, не получается, как бы вот эмоция вот была, и она не израсходована. Это означает, что когда у вас появляется возможность, ну, после сильной эмоции у вас появляется какая-то более-менее интимная обстановка, то вы должны, ну, самый лучший вариант — это бой с тенью. Ну, смотрите эти боевые искусства. То есть бой с тенью на полной выкладке, да, он позволяет вам быстро израсходовать эту прилив сил. Там неподготовленный человек за 10 секунд это все выплеснет, всю энергетику. Ну, от 10 до, там, до 60 секунд вот так, выше крыши. Да? То есть это когда быстро. Если у вас нет возможности, или вы там не знаете, что такое бой с тенью, ну, допустим, просто там плавание, там бег, там 3-5 километров, там езда на велосипеде. То есть вы просто все эти вещества, которые были выделены наши, ну, для того, чтобы мы сильно двигались, они как раз и израсходуются на движение. Если, может, кстати, будем секс. А, если по какой-то возможности у вас этого нету, то это вот накапливается, 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 и у вас будет либо алкоголизм, либо наркомания, либо крыша съедет. Что мы наблюдаем у великих артистов, которые этого не делают и очень часто заканчивают все, ну, помирают от запоев и все прочее, потому что на сцене там или при съемках фильма очень много выделяется энергии, игра, то есть требуются большие затраты энергетические, а физухи нет. И эти вещества начинают разрушать организм. Ну, собственно, те же самые, там, то, что сказал, там, президенты, директора компании, крупные бизнесмены, они то же самое, они тоже вот хотел бы вот прям вот цепиться, блин, вот там задушить, но нельзя. Нельзя. И вот это вот постоянное сдерживание, ну вот это вот. И вот потом вот они вот пальчики не сжимаются, да, то есть вот. А чтобы этого не было, надо делать так, чтобы у вас вот, ну, вы занимались, блин, то есть, ну, физически потратили. Поэтому вот крайне важный момент — это уметь после занятий упражнений по психологии, это обязательно в порядке, это физкультура. Ну, физическая, большая физическая нагрузка до пота. Ну, пока вот. Все. Больше не было. Вот когда вы больше не можете, значит, все нормально. Все израсходовано. И потом можно хорошо, спокойно спать. Вот. Это вот самое главное — меры безопасности. А остальные меры безопасности — это при личном учении. Кому надо, обращайтесь, пишем в личку и договоримся. И собираем деньги на заочное обучение. Когда будут деньги, или приезжайте на реальное живое обучение на берег Черного моря. С 1 июня. Бывайте здоровы.